Всем привет! Я Вика Виноградова. Это канал «Рецепты для лентяев». Я к вам с классным салатиком. Готовится за считанные минуты. Довольно бюджетный, простенький, из молодой капусты. Мелко шинкуем капусту. У меня тут около 300 грамм. Натираем 100 грамм сыра, самого обычного полутвердого. Высыпаем пол банки консервированной кукурузы, это где-то грамм 150. Нарезаем пучок зелени. Я брала петрушку, но с кинзой, укропом или зеленым луком тоже будет отлично. Выдавливаем пару зубчиков чеснока, заправляем майонезом или сметаной. Либо можно вообще заправить растительным маслом. Перемешиваем, и салат готов. Как вы видите, на приготовление ушло буквально несколько минут. Он легкий, хрустящий, чесночненький и очень вкусный. Вот такой вот классный сезонный салатик, который можно приготовить вот прямо сейчас, когда на огороде уже поспела своя капуста, отлично подойдет и просто так поесть, и можно, в принципе, поставить на праздничный стол. Он хоть и простенький, бюджетненький, но какая-нибудь такая закусочка под напитки отлично подойдет. Так что берите на вооружение. Заранее вам приятного аппетита. Всем пока!